На шоссе в Мексике нашли 300 мертвых акул. На перевозившую убитых акул фуру было совершено нападение. Похитители угнали автомобиль, а туши выбросили на трассу. У акул были отрезаны плавники. Туши 300 акул найдены на шоссе в мексиканском штате Мичиакан, сообщает Fox News. Отмечается, что у акул были отрезаны плавники. По данным полиции, на грузовик, перевозивший акул в Мехико, было совершено нападение. Похитители угнали автомобиль, а туши выбросили на трассу. В Мексике акул добывают главным образом ради плавников, которые используются в кулинарии и нетрадиционной медицине. Горбатый кит спас женщину от акулы. Напомним, ранее в Австралии рыбак поймал 3-метровую беременную акулу. По материалам сайта newsgra.com.